Всем добрый день, дорогие друзья! Как вы заметили, у нас сегодня распаковка. Распаковка опять у нас из нашего любимого Василька. Вот такой вот огромный мешок опять у нас пришел. Я опять заказывала одеяло, чтобы остальным двум детям уже заменить на новые одеяла. Мне понравилось по качеству Василька, поэтому я заказала снова из любимого Василька. Сейчас мы с вами откроем и посмотрим, что же там. Оператором сегодня у меня Света. Света, поздоровайся. Всем привет. Да, сегодня у меня Светик за оператора. Теперь у меня постоянно будет за оператора моя дочь Светлана. Иногда и она будет вам тоже снимать что-нибудь. Приношу извинения за посторонний шум. Сами поймите, в большой семье ну не может быть тихо. Вот, тут сразу все уже вываливается. Ну, давайте начнем. Первое, что я заказала себе колготки, потому что я постоянно хожу в штанах, а дочь меня стала ругать, что я никогда не одеваю юбки. Ну, я решила заказать себе колготки, размер 48-54 в сером цвете и в черном цвете. Дальше, заказала детям, они в последнее время стали просить носки с разными надписями, какие-нибудь интересные такие. Да, и я решила заказать им носочки такие очень интересные, красивые. Ой, сейчас покажу. Носоги. Да. Потом вот такие вот носочки. Можно приставать. Такие носки интересные. Счастье не за горами. Вот это вот как раз хорошее. И ЗОЖ. Здоровый образ жизни. А? Здоровый образ жизни. Правильно Света сказала. Вот такие вот носочки заказала деткам. Но это на физкультуру. Белые носки, чтобы они могли одевать. По паре как раз всем хватит. Дальше. Маленьким заказала маечки-плавочки в садик. Сейчас покажу, какие. Тут комплектами у меня идет. Вот такая вот маечка. Красиво идет. И вот к ним плавочки. На себе буду показывать. Видно там, да? Вот такие вот плавочки. Это для Мариночки такой, с сердечками, бабочки тут такие красивые. Потом поближе сфоткаю и вам все покажу. Дальше заказала для Оксаночки вот такой вот комплектик. Маечка вот такая. И вот такие вот трусики. Красивые. Шортиками трусики. Оксаночке должно понравиться. Дальше 9 лет. Ну, это я для Маши заказывала, так как на 10 не было, заказала на 9. Ну, мне кажется, ей будет маловато. Оксане тоже, значит, останется. Ну, Маша хотя померяет, посмотрим. Майка будет как раз, да. Плавочки, скорее всего, маленькие будут. Дальше. Маечка на 5 лет опять для Мариночки. Или для Ванечки, там без разницы. Вот такая вот расцветка, она подойдет любому. И трусики. Вот такие вот комплекты маечки с плавочками. Дальше. У нас тут детские махровые колготки, черный цвет, ростовка 128-140. Они обычные черные колготочки без всяких рисунков. Поэтому распаковывать не буду. Дальше, дорогие мои, платье на рост, что-то не указан рост, значит детское. Я уже, если честно, сама не помню, что я там заказывала. Помню, что одеяло заказывала, просто не заказывала, а из детского, если честно, уже не помню. Ну, а сейчас посмотрим. Платье заказывала я на Мариночку. Вот такое вот. Потому большое. Что те... Нет, не будет большое, но будет хорошо. Потому что те, которые я заказывала на Васильке, они уже маленькие стали, я отдала своей племяшке. И вот такое вот платьишко я ей заказала. Ну, померим, будет большое, значит, Оксане будет, а Мариночке, значит, потом еще раз закажем. Платьишко мне очень понравилось. Такое красивое. Мариночка любит с кисками всякое вот такое вот. Поэтому такое заказала. Посмотрим по ростовке потом. Дальше. Дальше я заказывала опять простыни на резинке. Нам понравились простыни на резинке, что буквально нам их не хватает. Поэтому я заказала. Потом постелю вот это вот футбольное. Это именно для Егорика. Чтобы у него была на койке с футбольной тематикой. Чтобы не путались, потому что они путаются в простынях, где чьи простыни. Они хотят их разделить, их где чья простынь. Здесь у нас с принцессками, с куколками, это для маленьких.
потом все раскрою и покажу. Так, здесь у нас машинки, по-моему, Милан игра. Да, с машинками всяким. Такое-то тоже для маленьких. И вот здесь вот тоже для маленьких простыня на резиночке с машинками. Это для Ванечки больше. Ему нравится такая. Ну, так, дальше. Вы знаете, что у меня швеи не только я, швея еще и Светочка. Поэтому у нас тканюшки все позаканчивались, да, там, по-моему, чуть-чуть уже осталось. Мы решили заказать еще тканюшки на развес, на Васильке они по 140 рублей за килограмм. Сейчас я вам покажу, какие отрезы бывают здесь, потому что меня как-то спрашивали, Настя, а большие ли там отрезы? Ребята, отрезы хорошие. Вот, например, отрезы, из них можно... сшить, пожалуйста, вот такие вот отрезы, несколько отрезок, можно чехлы сделать на стулья, вот как раз мы будем шить, и вот такие вот отрезы. Первые отрезы, вторые, ну вот это в основном девочки у меня, им вот надо вот сейчас они учатся прошивать там всякие пуговицы, да, вы прошиваете, или какие-то на труды просят им тканюшки, вот, пожалуйста, тканюшка большая, хорошая, она тканька. Ну, вот такие вот. О, чисто белая ткань. Сейчас посмотрим, какого она размера. Ну, вот это вот видно, что большая ткань. Да. Вот такие наволочки. Вот кусочки. Да, наволочки на декоративной подушечке, да. Хорошо будет шить. Вот тут вот два кусочка. Вот тебе, пожалуйста. Очень много. И вот здесь вот такая вот еще расцветочка есть полосатая. Тоже можно наволочки или что-нибудь такое пошить. Дальше достаем, что у нас здесь есть. Курточку. Курточку заказывала для Марины в садик на осень, на весну. Сейчас посмотрим, какая. Увидела, думаю, ну-ка, дай-ка я попробую. Вон она. Даже зимой она. Она осень-весна. Да. Тут на кнопочке у нас поясочек такой. Расстегивается, но она хорошенькая. Курточка вот сейчас как раз ей в садик, да, ходить. Вот такая вот у нее курточка. Потом померяем, но мне понравилось. Слушайте, тут два кармашка такие. Кармашки глубокие, хорошие, ребята. Плохо то, что на другие возраста там пока не было курточек, а то бы я бы тоже бы ребяткам всем бы куртки заказала. Вот такая вот курточка в целом. Неплохая. Капюшон, резиночка очень хорошая. Да? У нас Марина любит резиночку одевать. Вот в целом, вот такая вот курточка. Надеюсь, ей подойдет. Потом померяем, посмотрим. И дальше, что у нас тут пришло? Колготки, хлопок, стиль на 140-152. Вот такой вот рисунок колготочки. Это тоже для Мариночки. Садик. Очень хорошие колготки. Дальше смотрим. Что же там еще? Я знаю, что там еще должны быть колготки, поэтому я так ищу их. Дальше колготки. Твой стиль, хлопок детский. Вот это вот колготки уже брала, поэтому мне нравятся они. Они вот с таким вот рисуночком, и они тянутся очень хорошо. Они после стирки тоже вот нисколько не садятся, и очень нравятся. Вот будут еще такие, закажу еще обязательно. Ну и сейчас будем доставать одеяло из мешков. Ой. И я вам покажу, какие одеяла я заказала в этот раз. И надеюсь, там больше ничего нету. Все. Так. Сейчас уберем все лишнее здесь с вами и будем смотреть одеяло. Куда я ножницу убрала? Не видела ножницу, куда я положила их? Вот, нашла ножницы, все. Сейчас будем распаковывать и смотреть. Я уже в Васильке заказывала одеяло, мне понравилось. Я уже говорила, что я одеяло очень часто стираю, поэтому очень часто... А? Очень теплые. Ну, очень теплые, да, вот Маша лежит, говорит, очень теплые. Тут прайс-лист. Вот, давайте я даже продиктую. Колготки хлопки по 79 рублей. Колготки еще одни по 105. Майка с плавочками 90 рублей комплекты. И вот, который... комплект идет майкой, трусики для девочек шортиками, вот те, да, те 240. Куртка вот на Мариночку, вот это вот 742 рубля. Майка, трусики 297. Носки женские, вот которые с надписями понравилось Свете, вот она уже сидит, 220 рублей за 5 штук.
колготки там все то же самое. Я хочу найти на одеяло цены. Одеяло одно 917, другое 906. Лоскут 145, а платьишко 378 рублей. Просто не на резинке 396 рублей. Таких дешевых вы еще, наверное, нигде не найдете. В целом, давайте покажу. Вот такой вот расцветки одеяло. Так, производитель Россия, Ивановская область. Легкое, всесезонное, теплое. Сейчас мы с вами откроем. Так, я не открою до одеяла, да не посмотрю. Слушайте, на ощупь уже кажется классным. Так, упаковочку убираем. Ну, вот такая вот расцветка, нежно приятная такая голубенькая расцветочка. Вот нравится мне Васильке одеяло, не первый раз заказывала. После стирки такого же качества остается, поэтому я заказала повторно одеяло. И вот сейчас получается у нас что останется еще? Два одеяла потом надо вот еще заказать, и все. И получится, что я нынче у всех одеяло заменю. Вот такое вот расцветка, красивая, с цветочками. Любому подойдет и мужчине, и женщине. И очень приятно будет, если даже на подарок можно заказать. Поэтому пройдите по ссылке в описании и смотрите. Так, одно сюда отодвинем. Второе одеяло я немножко другое заказала. Это любимая овечка называется. Хорошее тоже оно, всесезонное, теплое. Одеяло. И вот такое вот оно расцветка. Вот такая вот обычная, простая, легенькая. Очень тоже такое мягкое. Запах такой, знаете, приятный. И вот, кстати, по-разному пахнет. Тут даже запах такой немножко как бы овечки отдает. А здесь вот, знаете, как это вообще вот ничем не пахнет. А вот это одеяло немножко пахнет. Но это овечье, теплое должно быть. Надеюсь, что понравится. Вот такой вот, ребята, у нас был заказ. Сейчас мы все примерим, кому что надо примерить. Все сфоткаем, вам все покажем. Ну, а вы оставайтесь с нами. Не забывайте пройти по ссылочке в описании. В Васильке очень часто обновляется все. Там много новинок, быстро все разбирают, поэтому они добавляют свежие. И очень много выбора. Вы оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и смотрите продолжение. Вот у нас были вещи на распаковке. Если вам понравилось, проходите по ссылочке в описании, заказывайте себе. Ну и всем хочу сказать спасибо, что вы остаетесь с нами. Пишите ваши комментарии. Ну и всем пока-пока!